В зале торжеств «Эдем» благотворительным фондом «Чистое сердце» совместно с волонтерами профессионально-педагогического колледжа было проведено праздничное мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалида для детей-инвалидов в городах Асавиртовского и Казбековского района. Слово для торжественного открытия данного мероприятия было предоставлено первому заместителю главы администрации Бадыру Ахмедову, который поблагодарил организаторов и спонсоров мероприятия за оказанное внимание детям-инвалидам, обратившись с самыми теплыми пожеланиями в адрес виновников торжества. В первую очередь хочу поблагодарить за приглашение и приветствовать всех в этом прекрасном зале асавиртовцев, гостей города Асавиртова. Стало действительно традицией ежегодно проводить данные мероприятия. Я хочу передать слово приветствия и благодарности от главы города Асавиртова, от депутата городского собрания. Отдельно хочу поблагодарить руководство фонда «Чистое сердце», которое сегодня здесь представляет. В городе Хасаюте это мероприятие. Ну и, естественно, обращаюсь к нашим деткам, родителям, кого мы сегодня чествуем, и опекунам. Вам здоровья, счастья, родителям, опекунам, руководителям центра пожелать хочу терпения в вашей многотрудной работе. И всем благ. Спасибо большое. Заместитель президента благотворительного фонда «Дай Мог» Чеченской Республики Камила Ибрагимова также поздравила участников праздника, отметив, что такие мероприятия проводятся с целью оказания детям должного внимания, поблагодарив спонсоров и организаторов за предоставленную возможность. Наши маленькие и любимые детишки, уважаемые родители, спасибо вам, что вы нас пригласили, что дали нам возможность приехать, увидеть вас, провести с вами время. Желаю вам здоровья, детишки, родителям, терпения, тоже здоровья. Это очень важно для родителей. Коллективу «Чистое сердце» вам желаю успехов, процветания. От вашего благополучия зависит и помощь для этих детей. Вам здоровья, удачи. Также было проведено награждение за активное участие в организации и проведении благотворительных мероприятий руководителей благотворительных организаций города и района. Администрация муниципального образования городского округа город Хасаюрт выражает глубокую признательность и искреннюю благодарность руководителю филиала благотворительного фонда «Чистое сердце» по городу Хасаюрт Дибировой Аминат Габибуллаевне за постоянную помощь и поддержку малоимущих семей, детей и сирот, активное участие в социальном обслуживании жителей города Хасавюрт. В окончании праздника организаторами и спонсорами праздничного мероприятия для всех приглашенных детей были подготовлены продовольственные пакеты. Курбан Гериханов, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».